Всем привет, друзья! Сегодня 24 мая, и с вами Дмитрий и Сава со своей семьей. Со своей командой. Наша грибалочка сегодня начинается с трапезы. Тима. Катюшка сегодня собралась на грибалочку в своем жанре. И кажется, мы приехали в лес не вовремя. Хотя, может, нас и пронесет. Да? Что там? Я его первый увидел. Вот он, мой первый трофейчик. Посмотрим. Он червивый. Он чистый, как слеза младенца. А ты говоришь, нету. Есть. В этот раз я взял не одного, а двоих нытиков. Я нашел еще один. В доказательство вам, что они есть. Так, этот слегка червоват. Сейчас посмотрим. Да. Это не критично ли? Я такой брать не буду. Вот. Слава тебе, Господи. Ну что, у тебя настроение приподнялось? Катюш. Немного. Видишь, я же говорил, надо идти левее. Так он чуть его поел. Да то ничего. Хороший. Ну дай посмотрю. О, да, класс. Мы взяли одну корзинку на всех. Маловерия Катюшиного грибы. Взяли одну корзинку всего. А я смотри, какую увидел. Ё-моё, даже два. Три. Вон они. Красавчики. Ну-ка. А вон еще один большой. Ё-моё. Все, Кать, бери себе нож. И работай. Хороший. Давай мне. Тебе поменьше? Вот. На, вот этот маленький. А мне мужской. Это я ж тебе говорю. Только тут вот смотри, чтобы они летние грибы очень червивые. Ну вот тут смотрите. Только лишь ножка поражена. Сейчас я ее вырежу. Вот, ножку срезал. И мясо чистое. Чистое грибное мясо. Катя, а что ж ты там пропустила? Еще! Молодец! Кидай. Если ты смелый, ловкий, умелый. Смотри, какой бугорочек сексапильный. Ух ты! Сейчас, сынок, стой там. Стой, охраняй его. Чистейший. Смотри. Это что? Это что? Это обрезай ножку. А мясо забирай. Он не хочет охранять свой грибочек, потому что мы тут все остальные найдем без него. Иди посмотри. Иду, Макс. Иду, иду. Вот. Правда. Красивый какой. Он на, срезай. Мне ничего не попадается. Вот тебе на. Оп. Переворачиваем. Смотрим, ага, ножка слегка червовата. Срезаем ее. Оп. Дальше чистейшая.
Червяки не успели добраться. Видишь, они ножку поели, пусть доедают. Это все прикроем. Все готово. Ух тышечка. Сомневаюсь, что они хорошие. Просто ради интереса проверим. Ну, не знаю, вот этот хороший. Сейчас я тут чуть-чуть срежу. Катюш, смотри какой. Большой, казалось бы, да? А хороший. Угу. А этот? Ну-ка. И этот. Это просто что, везет. Мне. Опять начинается. Ну сейчас, сейчас. О, смотри, иди сюда. Целое семейство. Как ты мог их пропустить, Максим? Иди сюда, не расстраивайся. А вон, смотри. Это внимательно так. Проверь. Да, они целой семьей здесь. Смотри, все хорошие. Все ж такие хорошие. Смотри. А здесь нету, случайно, вот. Что вот это? Глянь. Я не могу удержаться, Максим. Чтоб все не понаходить. Так, ну этот уже все. Не, не уже все, у него только ножка. Сейчас мы ее обрежем. Тут, ну если там 1-2 червячка, это же не критично. Я так считаю. Ну этот вообще чистейший. Они уже такие подсохшие. А дождика не было всего дня два, и то он был такой, моросил. Высыхает очень быстро. И земля, и грибочки моментально прям высыхает. Так, ну смотрите в траве внимательно, видите, как они. Максичек, Максик, иди смотри сюда. Что ты расстраиваешься, скажи? Ничего. Ну ты же нашел. Один, а вы много. Так я ж тебе объясняю. Лес на тебя посмотрел и подумал, какой ты маленький и сколько ты съешь. И дал тебе один грибочек. И посмотрел, какой толстый папа. Дал ему больше. А мама тоже мало нашла. Ибо она ж худышка. Вытри слезки и посмотри внимательно. Что-то вроде тут мелькало где-то. Нет. Такой, похож на чью-то задницу. Нет, такого не вижу. Ты что, как вроде кто-то покакать сел, глянь. А ну сюда посмотри. Похоже? Где? Ну вот. Попа чья-то. Это ты первый нашел. Выглядывало такое. Такая красота. О, чистый. Чистая ножка. А, вы тут не ходили. Ну, тогда вам простительно. На-на-на-на-на. Умничка. Я тут просто один здоровый нашел. Не знаю, как он вместится в корзину. Или нет. Где вот.
Так, их тут даже три. Ну, хорошие, хорошие. Пупеночек заберем. И вот так смачно на вилочку можно наколоть. Иду, зайчик. Смотреть на твой грибочек? Веди. Ё-моё, какой красивый. Ну это правда красота. Слушай, куда там мои? Молодец какой, Максим. Сейчас. Смотри, мама. Ой. Ну, надо ему ножку чуть подсрезать. Я нашла, мама пропустила. А мама пропустила. Я там не ходила. Злорадствовать нехорошо. Если смотреть внимательно, то они тут прячутся под иголками старыми. А я тоже нашел. Умница. Что, пойдем берлогу осмотрим? Да. Так а ты первая залезешь. Ты залезешь. Я туда уже как-то залазил. Не хочу, там он сидит кто-то. Нет. Он глаза выпучил. Нет. Идем нет. Скорее отсюда. Есть одна примета, друзья. Это я чисто для себя так ее вывел. Если грибочки хорошо растут весной, значит год будет грибной. Поэтому осень должна будет порадовать. Этот, не, этот поеденный совсем. Мне ничего не попадает. Посмотри. Да не, ну это, конечно, большая шляпа. С одной стороны, откушенная. Как это ее тут... Как это она еще и хорошая, а? Везуха. Вот так вот тихим сапом насобираем сейчас на сковородочку, чувствую. Ибо вот еще торчит. Это ядовитая фигня. Смотри, какой чистяк. Ну ядовитая. Да у него все ядовитое. Я боюсь. Хорошая поляночка. В лес шли, чтобы на меня. Я вам такая фигня ядовитая. Слушай, ну он не на меня садится и на папу. Чего ты начинаешь? Я тут стрекоза на плече была, когда появилась. Так прилетела вообще... и шевелит. У меня ядовитая. На, у тебя один. Же не ядовитая, не. А ты что, я на анализ сдавал? Она ядовитая. Откуда ты знал? Она была ядовитая. Я тебе сказала. Надень кепку, а то что-то сядет, так она на кепку сядет, а не на голову. Вместо того, чтобы радоваться находочкам, я выслушиваю этот скулёж. Ну а с другой стороны, дома-то оставлять ребенка тоже неправильно. И не водить, не выводить в лес. Неправильно ж, Катя? Ну да. Да просто молодые родители должны терпеть. Причем характер, все дети ноют. Себя вспомни. Мне когда-то мама рассказала историю. Когда мы с ней шли по лесу, я увидела куст с ягодами и спрашиваю, что это за ягоды? Это волки. Интересная, не ходила. Интересная история. Потому что я боялась, что меня будут, могут есть волки.
Как мама мне не говорила, что тут нет волков, это просто такое название волчьей ягоды. Но я все равно не верила. И сидела в машине, пока не стали грибы. Вот так вот. Детская травма. Не, ну сейчас-то все нормально. Ну так что просто надо ждать. Я жду, все равно ничего не нахожу. Не, ждать, когда ты вырастешь. Ага, конечно. Сюда просто тяжело залезть, но они тут есть. Под этой старой сосной. Вот он. О, хороший. Точно? Да. Так что надо тут смотреть. Под этой раскидистой. Внимательно надо смотреть, Максик. Где-то тут прям чувствую. Где-то есть под ноги, смотри. И иди дальше. Стоп. А ну смотри, в мою сторону чуть-чуть. Я нашла. Мама нашла, а ну. Где? Все равно, но я увидел, когда ты меня наклонил. Ну но так бери и срезай. На ножик. Не хочу я. Он хочет именно сам, чтобы, да? Да. Ну сейчас будет так. А где нож? На поляну. А где ты там зарытый? А. Ты уже сказал на поляну. Так это еще не поляна, сынок. А, там уже место. Конечно. А ну на тут. Именно сам. Вот заработать дегородку. Именно сам. О, красота. Именно сам найдешь сейчас. Сейчас я тебя отведу. Точно? На грибную полянку. Да. Ну наконец-то, ё-моё, Максичек. О, зайчик. Точно. Какой ты молодец, а? Угу. Наконец-то твои слезы. Уговорили лесного эльфа. На радость у меня червивый. На радость? Нормальный. Это червивый. Нормальный. Поищи возле корзины хорошенько, Максик. Сейчас там будет? Где-то вроде под травой что-то должно быть. Шишка лежит сверху, главное. Посмотри, на бугорке. А гриба не видно. Но он там есть, чувствую. Вот этот? Да. А ну смотри. Нет. Вот он, есть? Ну вот, еще один. Пять. Уже пять. Сейчас игрушку заработаю. Ты и так игрушку получишь. Уже пять. Так только сегодня. Только сегодня. Договорились. Твой грибок просто надо обрезать вот здесь. Ну-ка, давай посмотрим, что тут. Вот он. А ну, бери его. Хороший. Давай обрежем ему ножку. Ху какой. Они сейчас в основном все такие. О, тебе на радость. Да, этот червил, ничего. Ну, мы же не говорили, чтоб ты находил именно свежие все и не червивые. Будут и червивые считаться. Значит, не так. Да. Вот же еще замаскированных два. Вот именно тут что-то они все червивые. Вроде бы такие крепкие с виду. Но этот ничего. Хороший. Этот червивый
оставим. Хороший заберем. А я тут еще, оказывается, нахожу. А ты побежал маме хвастаться. Вот мне нравится по таким молодничкам ходить. Идите сюда, тут вот такое местечко красивое. Максик, иди, тут попадаются часто. И такие хорошие. Мне тут так нравится. Тут не так сухо. Что там, Катюш? А ну смотри, хороший. Да вроде хороший. Вот я шел и на такого гиганта набрел. Да? Большой. Давай, сейчас посмотрим. Это мой. Да хорошо. Потому что я воспользовался подсказочкой, и игрушка меня ждет. Это масляк. У меня 7. У меня 7. О, у меня уже 8. У меня 8 грибов. Он червивый. У меня 8 грибов. Он большой. У меня 8 грибов. Но червивый. У меня 8. Оставим его здесь. У меня 8. 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 Эти как-то тут они как-то постарели, что ли. Смотри, он не червивый, он у просто. У меня 8, сейчас еще 2. Подсушенные, конечно, подсушенные, ничего. Сушеные грибы. И этот, смотри, чистенький. Да ладно уже. Все твои, Максим. Будешь домой, придешь, чистить будешь их. Не, ну... О, так тут он не один. Идите сюда. Кать, смотри. Вот 2 красавчика. Тут неподалеку от березки. И вон. Чистенькие. И этот хороший. О, а тут вот не заметил, рядышком же какой блестящий. А тут, а ты, я говорю, нет, я наоборот говорил, есть, они есть, просто их не видно. А? О, видишь, беги к маме. Здесь! Вон нашел! Да ты шо? Да! Быть этого не может! Так вот! Один маленький, один большой! Да то, наверное, не они. Вот! Ух ты! Один вот этот, один вот ну, этот. Ну так это ж красота! Так, ну тут ножка червивая. Мам, еще последний. Вот, ну, не вся. Мам, еще последний. И ты нашла. Угу. Красавчик. Еще последний. Мам, да? Еще последний. Сейчас найду и капец вам. Так, ищем побыстрее. Капец нам. Ну что, я вас привел на полянку. Вот вам корзина.
Нож. Вот, вот еще один. Я обещал полянку, пожалуйста. Ага. Что там, Катюш? Есть, да? Аж два она нашла. И я вот нашел. Вот еще. Ну-ка. Их тут много. А это поляне. Угу, хватает. Да, нам хватит. О, а тут рядышком, оказывается, еще был. Не пропустили. Точно. А то бы сейчас какой-то грибник другой забрал. Ну как тебе поляночка, Максим? Так себе. Так себе, да? Да, ну грибы. Ну извините. Сама себе букет цветов хоть подарю, раз от мужа не дождешься. Как не стыдно. Привел тебя на поле ромашек. Вот для мужа. Спасибо, сыночек. Сыночек говорит, для мужа на собирать. Правильно, сынок. Все, теперь уже и папа устал. Наконец. Можно домой. И еще, знаете, что я вам советую? Поставьте лайк, нажмите колокольчик и подписаться не забудьте. Вот так вот мы прогулялись. Да? Вот так. Я считаю, нормально. Всем пока. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки и оставлять ваши приятнейшие комментарии. Пока!